Вот она, муха. Ц-ц. Приехала в гости. В смысле, прилетела. Видите, по моему столу, как по собственному, расхаживает. Куда пошла вот? Наблюдаем, что она будет подлое творить. Друзья, вон она летает. О, на мой герб хотела сесть. Видите, летает он. Она же мне герб мой обкакает, гадина. 100% обкакает. Улетела. Друзья, а я домой собираюсь. Видите, часики. Уже 35 минут. Я сделал приборку и сосредотачиваюсь. Вон опять муха ЦЦ. Сейчас до моего телефона да пристанет. Все-таки ей мой герб понравился. Не, похоже, не нравится. Она к нему не идет. Друзья. Муха цыца. Видите, какая? Крупная, блин. На пиве. На пиве выросла. Почему не на пиве? Потому что на пиве. Она же на пивзаводе живет. Я-то работаю на пивзаводе. Друзья, вам не кажется, что я юный натуралист? Люблю наблюдать за мухами и цицами. Ой, как они мне нравятся. Мухи ЦЦ. Вот какого хрена она здесь ходит, а? На меня ползет. А, тут крошки. Я на этом столе питаюсь, друзья. Хе-хе, это я ее откормил. Она вот крошки тут разные. От сдоба, от сахара, от соли. Чего только нет. Знаете, он наглая, ко мне идет. Ну, поздоровайся. Чуханка задрипанная. Какая-то некультурная, невежливая. Брысь. Сейчас она в камеру залезет, друзья. Представляете, вот я ее приближаю. Вот она. Мы храбрые, бывают храбрые же мухи. Наверное, пиво напилась. А, еще и задницу показывает, сволочь. Друзья, она нам жопу показывает. Интересно было узнать, я вот не вижу, есть яйца или нет, или щелка. Вы не наблюдаете? Первый раз снимаю задницу мухи ЦЦ. Ну все, хватит, ну я нафиг.